Буква «Т» дает человеку настырность. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния. Готовы идти к поставленным целям с любыми путями. Привыкли добиваться своего, поэтому обладают исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Люди с буквой «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Часто представители этого имени бывают одинокими в личной жизни, так как все свое свободное время уделяют работе. В любви требует уважения, но часто портит отношения с партнером собственными колкими замечаниями. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Им, как воздух, требуется впечатление, возможно, застенчивость. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Буква «Я» в этом имени означает чувство собственного достоинства, желание добиться уважения и любви окружения и способность их получить. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Личные качества в этом имени способны достичь больших успехов в технических профессиях. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны. Они успешны в творческих профессиях. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. Они легко приспосабливаются к окружающим и не страдают от скуки. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Метафизическое чувство тревоги, склонность к мистике и философии приводит к тому, что эти люди нередко изолируют себя от окружающих и замыкаются в собственном мире. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Звук «К» в имени твердый и колкий при звучании настораживает, вызывает напряжение. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.